Всем привет, меня зовут Света, и я в одном из предыдущих видео рассказывала вам, что я болела довольно долго и довольно сильно, и в то время, пока я болела, я думала только о том, как бы выздороветь. И у меня не было ни сил, ни желания ухаживать за собой, я просто лежала на диване, страдала. И, конечно, когда я выздоровела и посмотрела наконец-то на себя в зеркало внимательно, я поняла, что надо наверстывать упущенное, потому что был пробел в уходе, и вот сейчас у меня такой момент, когда я пользуюсь всем и сразу. Поэтому я подумала, что сейчас, по горячим следам, самое время поделиться с вами классными вещами, которые помогают мне привести мою кожу в божеский вид. И повторюсь, что сейчас, так как у меня есть такая необходимость, я пользуюсь всеми этими средствами как бы в совокупности, то сразу все, то как-то чередую, то есть хочу быстрее прийти к хорошему результату. Ну а и по отдельности все эти штучки, которые я вам сегодня буду показывать, они очень классно работают и могут быть хорошими помощниками в повседневном уходе за лицом, в зависимости от того, какие у вас запросы. Так что сейчас покажу вам все-все-все средства, которые помогают и от воспаления избавиться, и от шелушений, и помогают сделать кожу более сияющей и просто более привлекательной. Надеюсь, что это видео будет интересным и полезным, и предлагаю начать. Сейчас моя кожа выглядит вот так вот. Уже стало лучше, потому что я много чего делаю, но остались кое-где шелушение, и вот здесь вот, например, я так предполагаю, это от лекарств, у меня появились какие-то воспаления, которые уже подсыхают, ну, грубо говоря, прыщики, и надеюсь, что скоро я с ними попрощаюсь. В общем, не все так плохо, но я думаю, девочки меня поймут. Хочется всегда лучше, хочется красивую, свежую, упругую, сияющую кожу. Первое, к чему мне захотелось вернуться после моего выздоровления, это к увлажнению кожи. Одно из моих любимых средств для увлажнения вот этой вот приорбитальной зоны, это патчи Gold Raccoon. Так они называются вроде. В общем, это патчи с енотом, и я рекомендую вам попробовать именно золотую версию, потому что в этих патчах содержатся какие-то такие золотистые переливающиеся частички, и помимо того, что они сами по себе прекрасно увлажняют, разглаживают, освежают, вот эти вот золотистые частички, они обладают как бы косметическим эффектом, и, видимо, они как-то остаются на коже и дополнительно ее подсвечивают. В этих патчах есть вот такие вот классические полосочки под глаза, и также есть кругляшки. Вот эти вот кругляшки я обычно приклеиваю вот сюда. Вот у меня здесь есть залом, или их еще можно куда-то там прилеплять, куда вам хочется, где у вас есть какие-то заломы, или где вам просто хочется увлажнить свою кожу. Следующий мой любимчик в увлажнении – это вот такие вот маски от Dalba. Эти маски с белым трюфелем, и они обалденно подсвечивают кожу лица. Да, у них есть увлажняющий эффект, но также у них есть экспресс-эффект, как раз в виде вот этого подсвечивания. Эти маски стали для меня must-have, они стали для меня как повседневный базовый уход. Мне иногда даже не хочется крем наносить, а хочется нанести эту маску, то есть, ну, потратить там на 10-15 минут дольше, но получить вот такой вот вау-эффект. Еще один мой помощник в сохранении молодости кожи и красоты волос – это коллаген. Наверняка многие слышали про это вещество, и его необходимо принимать по-хорошему всем, кому перевалило за 25. Сразу скажу, что это не первый мой коллаген. Я пробовала порошковый, но не выдержала его запаха и вкуса, и еще я пила коллаген в таблетках обыкновенных, но я как-то не особо увидела от него результата, и еще меня преследовало что-то типа отрыжки и какое-то неприятное послевкусие. Поэтому после нескольких попыток найти нормальный коллаген, просто тыча пальцем в небо, я решила чуть глубже изучить всю эту тему. Оказалось, что существуют разные типы коллагена. Для моих целей улучшить ногти, волосы и кожу больше подходит гидролизованный коллаген либо первого, либо третьего типа. Но это не все, что я узнала. Оказывается, для того, чтобы коллаген лучше усваивался, он должен состоять из низкого молекулярного
ароматных частиц. Его надо принимать обязательно с витамином С и антиоксидантами для максимального улучшения качества и структуры кожи. Поэтому я и выбрала коллаген от Rising Star. Комплекс состоит из 7 компонентов для всесторонней работы над улучшением качества волос, кожи и ногтей. В его составе низкомолекулярные пептиды коллагена, витамин С и гиалуронка, а также мощный набор антиоксидантов. Сейчас прочитаю вам каких. Здесь есть бетулин, мумиё и дегидроквертицин. И, кстати, он считается самым мощным оксидантом в мире, даже сильнее, чем витамин Е и коэнзим Q10. Ну и, конечно же, комплекс с коллагеном от Rising Star – это удобно, потому что все лучшее для ухода за собой изнутри собрано в одной капсуле. Не надо принимать дополнительно что-то еще, просто выпила одну капсулу и готово. В общем, после долгих поисков я нашла свой идеальный комплекс красоты. Принимаю его уже почти месяц и вижу, что кожа стала более гладкой и увлажненной, будто бы даже мелкие морщинки стали не так заметны. А ногти и волосы стали значительно крепче, и даже в этот раз я на маникюр записалась раньше, потому что ногти очень сильно отросли. Важно, когда будете принимать коллаген, надо принимать по 2 капсулы в день, утром и вечером стабильно. Тогда результат вас гарантированно порадует, и, как я люблю говорить, самое главное в этом деле – регулярность. Этот коллаген я покупала на Озон, и у меня, как всегда, для вас есть промокод. По промокоду витамин2022 будет скидка минус 10% на все, и также ссылку, как обычно, оставлю вам в инфобоксе. Обязательно чекайте. Следующий мой помощник, которым я сейчас активно пользуюсь, он мне очень помогает. Это вот такой вот малыш, это бренд Guess, это прибор, с помощью которого можно делать УЗИ-чистку лица в домашних условиях. И также он еще включает в себя процедуру микротоков. И несмотря на то, что он такой миниатюрный, компактный, он работает просто на все 100. Первое, для чего я использую этот прибор и для чего он изначально приобретался, это, конечно же, для ультразвуковой чистки лица в домашних условиях. Сначала надо очистить свое лицо от макияжа, потом нанести на лицо проводящий гель. И это обязательно, потому что без проводящего геля УЗИ-чистка не получится, потому что это просто не будет работать. После того, как мы нанесли гель, нажимаем одну кнопочку и ставим наш прибор под углом примерно 40-45 градусов и начинаем аккуратно водить им по массажным линиям. Вообще, когда у меня появился этот прибор, я сразу скачала официальное приложение, зарегистрировала там этот прибор. Вот у меня Guess Mambo, и я, соответственно, Guess Mambo там и зарегистрировала. И там есть видеоуроки по каждому прибору. И получается, я ставлю на раковину свой телефон и просто повторяю за косметологом движения, которые надо делать для того, чтобы провести ультразвуковой пилинг. Сказать, что это гениально? Ничего не сказать. Но иногда, когда мне не хочется делать полноценную УЗИ-чистку, я делаю такую экспресс-чисточку, скажем так. То есть я по-быстренькому смываю свой макияж, наношу гель-проводник на подбородок, потому что у меня это проблемная зона, и на крылья носа. И делаю такую поддерживающую ультразвуковую чистку. И сейчас, когда я после болезни, у меня очень активно работают сальные железы, это то, что доктор прописал. Также здесь есть еще режим фонофореза. Во время фонофореза лопатку надо держать уже вот так вот, то есть обратной стороной. И фонофорез хорош тем, что им можно пользоваться с любыми вашими привычными уходовыми средствами, например, сыворотка и крем. И прикол фонофореза в том, что он просто на 20% улучшает проводимость ваших любимых средств в более глубокие слои кожи, потому что так работает ультразвук. Это все достигается с помощью ультразвука. Но больше всего мне нравится, что в этом приборе, помимо ультразвуковой чистки, которая просто обалденный результат дает, здесь также есть микротоки. С микротоками здесь тоже все просто. Нажимаете на кнопочку, выбираете режим и начинаете с помощью вот этих вот шариков
прокатывать прибор по своему лицу. Микротоки тоже работают только через проводник, и я сейчас использую вот такой вот гель. Это, кстати, тоже гель, по-моему, я уже сказала, да, вначале об этом. Я использую вот такой вот для лифтинга, для того, чтобы повысить эффект от микротоков. Микротоки хороши тем, что они классно работают с овалом, и если уже немножечко поплыло лицо вниз, какого-то возраста оно так или иначе плывет вниз, даже не потому, что мы стареем или там наша кожа становится хуже, а потому что сила тяготения. Все тянется вниз, и с помощью микротоков можно затормозить этот процесс. Поэтому, если вы давно хотели попробовать микротоки или вот эту вот обалденную возможность сделать ультразвуковую чистку лица дома, то посмотрите на приборы от Guess, у них есть много разных. Вот в этом как бы есть и то, и другое. Но я знаю, у них есть еще прибор, называется Guess Exotic, и он прямо нацелен на ультразвуковую чистку лица, то есть он более мощный именно в плане очищения кожи. Я вам постараюсь найти ссылку и на этот, и на тот. И вот тот, который экзотик, я точно знаю, он сейчас есть в наборе. У вас в этом боксе, помимо прибора для ультразвуковой чистки экзотик и гелей, также еще будет идти массажер для лица, и стоит это все тоже очень-очень доступно, и можно прямо дома кайфовать, делать себе эту ультразвуковую чистку. И также у меня есть еще для вас промокод KEA22, он вам будет давать дополнительную скидку -10% на всю продукцию Guess. Следующие два средства довольно бюджетные, но с помощью них также можно довольно-таки быстренько почистить свою кожу. Первое — это просто моя любовь, потому что это очень эффективно, очень быстро и, самое главное, очень бюджетно. Здесь внутри находится пилинг пэд. Это как бы как такой большой ватный диск, у которого каждая сторона имеет свой абразив. Сначала вы одной стороной этого пэда хорошенечко протираете свое лицо вот такими вот круговыми движениями, и после этого переворачиваете подушечку, она там такая более уже ощутимая, будто бы как с абразивом даже, я бы так сказала. И с помощью этой подушечки вы убираете вот этот вот состав со своего лица, и в конечном счете получается, что вы сделали пилинг с помощью средства, которым пропитана эта подушечка, и также вы сделали механический пилинг за счет того, что у одной стороны подушечки более ощутимый абразив. И следующее, что для меня работает, это вот такие вот очищающие патчи для носа, которые выдергивают черные точки, особенно если есть уже какая-то пора или поры, которые просят прям надавливания, лучше не давить для того, чтобы нос не становился красным, просто прилепить вот такую вот полосочку. И такие полосочки есть в двух вариантах: белые и черные. Вот черные, как по мне, вообще не работают, а вот такие белые вполне себе работают. Вот здесь вот результат есть. Поры чистятся, при этом ваш нос не страдает. Еще одна вещь для повседневного ухода за лицом и для очищения. И я здесь прямо подчеркиваю повседневное и очищение. И это вот такая вот щеточка с силиконовыми пальчиками. У нее есть кнопочка, вы включаете ее, и она начинает так вибрировать. И получается, с помощью нее можно классно умываться, можно смывать макияж. Плюс этой щеточки в том, что помимо умывания вы как бы делаете себе, ну, что-то типа микропилинга, такое дополнительное отшелушивание. При этом у вас никогда нет от этой щеточки ни раздражения, ни каких-то микротравм, потому что у нее настолько мягкие вот эти вот пальчики, что они, конечно же, просто не в состоянии как-то травмировать кожу, но при этом умывание становится безумно-безумно приятным. Если мне хочется вечером максимально до скрипа очистить свою кожу, чтобы она снова задышала, чтобы поры стали чище, чтобы вытащить все, что я туда набила за день, 100% просто даже не знаю, на что бы я ее еще могла применять. Для улучшения цвета лица, ну не только для этого, для упругости, просто для
общего улучшения вида кожи, я использую две штучки, которые немного похожи по форме, но по сути они совершенно разные. И похожи они тем, что у обоих из них есть вот такая вот подвижная часть. Предлагаю начать вот с этого. Это мезороллер. Он с иголочками. Что из себя представляет мезороллер? Это вот такой вот барабанчик, который здесь крутится. И он покрыт огромным количеством тончайших иголочек. Именно мой с иголочками 0,5. И вообще он больше подходит для зоны под глазами. Но я его активно использую и на все лицо. Как проходит вся процедура? Я люблю мироместином попрыскать немного на лицо. И точно так же обязательно обработать мезороллер. И самое главное, соблюдать технику движение мезороллером. Не водить по одному месту туда-сюда много раз, надо делать так, чтобы как бы визуально вы делали некое такое подобие снежинки, то есть прокатывали в трех направлениях. Вообще, если говорить про длительную перспективу, то мезороллером можно убирать морщинки, опять же, я говорю про мелкую сеточку морщин. Если же говорить про краткосрочную перспективу, что мы получаем сразу после процедуры и что мне в мезороллере больше всего нравится? Мне нравится, что когда я с вечера сделала вот эту вот процедуру, покатала по себе этот ролик, то на утро обалденный цвет лица. То есть сразу после процедуры вы такая красненькая становитесь, в зависимости от того, насколько близко у вас капилляры к поверхности кожи. Поэтому утром лучше таким не баловаться, не экспериментировать. Но вот если с вечера сделать, то на утро у меня всегда просто потрясающе свежий вид. Я свой мезороллер храню вот в таком кейсе, и до и после использования я обязательно его обрабатываю антисептиком, и вот эту вот коробочку я тоже обрабатываю антисептиком, потому что там все-таки иголочки, и лишним это точно не будет. И второй массажер, он, конечно же, попроще, но в целом я его люблю, потому что он как экспресс-средство для того, чтобы взбодрить свою кожу. Им можно прокатывать и подбородок, и скулы, и носик, и лобик, и не обязательно даже наносить какую-то сыворотку, крем или проводящий гель, он работает сам по себе. Да, эффект от него довольно короткий, и это что-то похожее на массаж, который можно сделать руками. Но руками надо как-то гораздо дольше заморачиваться, а здесь буквально одной минуты хватает для того, чтобы немножечко зарозовить свое личико, заставить его проснуться, самой взбодриться, и все. Дальше продолжать делать свою рутину. Девочки, на этом буду закругляться. Это все, что я хотела вам рассказать на сегодняшний день. Хотя, пока я ходила по квартире, я увидела еще кучу всяких разных классных средств, классных гаджетов, которыми я периодически пользуюсь, и, возможно, это будет когда-то в следующем видео. Но сегодня мне искренне хотелось показать вам только то, чем я пользуюсь чаще всего на данный момент, что у меня стоит в самой вершине рейтинга и к чему сейчас тянется моя рука. Я думаю, это справедливо. Я вам подпишу все ссылки и все промокоды на скидки, которые у меня есть в инфобоксе под видео, так что всю информацию ищите там. Я надеюсь, что она была для вас полезной. И да, огромное вам спасибо, что были со мной до конца. У меня еще куча работы в плане моего лица. Хочется, конечно же, его к Новому году привести в порядок, но думаю, имея такой обширный арсенал, у меня должно что-то получиться. И да, помните, что вы самые лучшие. Я вас очень сильно люблю, и до встречи в следующем видео.